так много игр осталось в декабре в чемпионате России, но главные матчи, к которым готовится команда, игры Еврокубка и Кубка России. Динамовцы оказались сверхмотивированы для ленинградского дерби и в первых двух сетах не позволили зенитовцам нащупать свою игру. Мало того, что сине-бело-голубые мало мячей добивали до пола, так еще и не лучшим образом играли в защите. А, защита, да. Да, согласен полностью, это где видно огромная разница сегодня, это борьба в защите. Мы как, это там видно, как команда дает все себе, я тоже заслушаю немножко удачи, огромная разница сегодня. Вроде настрой был, готовили специально к этой игре, не знаю, удача сегодня была явно не на нашей стороне. Они забили практически все. Прием, подачи мы тоже проиграли. Я думаю, что сегодня проиграли абсолютно во всех элементах. В третьей партии, понимая, что отступать дальше некуда, зенитовцы заиграли куда увереннее. Двойной и тройной блок стали работать практически безошибочно. А 7 очков, взятых на подаче Георга Грозера, усадили лидеров «Динамо» на скамейку в ожидании партии под номером 4. «Зенит» наладил свою в первую очередь игру. Они хорошо выдержали подачу, выбили нас из приема, справились на блоке. Поэтому, как сказать, мы подрасслабились немножечко. Такое желание было закончить 3-0. И это желание мешало. Поэтому, слава богу, тренер сообразил, дал половине команде отдохнуть, мы сели, выдохнули и собрались на четвертый этап. Развить успех в начале четвертой зенитовцам не удалось. Уже к середине сета счет был 15-9 в пользу «Динамо». Ценой невероятных усилий подопечные Томаса Самилво сравняли счет, но взять в этой игре хотя бы одно очко не удалось. Не знаю, как это объяснить. Может, отсутствие концентрации какой-то, да, не поднимали простые мячи в защите. Были как-то не в игре, может, где-то в прострации так где-то болтались. Вот, не знаю, но мы сделаем выводы и пойдем дальше.